Расскажи ту историю про картридж. Да, картридж. Интересная история. У нас был ТВ-геймерский картридж, но вот такой вот, только не Том и Джерри, а Феррари назывался. Он был на реализации, поставщик его забрал назад, потому что у него его купили. Он его отправил в другой город. Вот. И там покупатель открыл посылку. Вроде картридж-то работает, но что-то там бултыхается. Он его решил посмотреть, что там. Открывает, там лежит бумажка. На ней какие-то коды написаны. Ну, бумажка с кодами — это нормально, это бывает. В картриджах там тоже лежат, там, семских. Вот. Потом смотрит дальше, на задней стороне крышки там наклеена бумажка такая. Вот, и написано: ну что, вскрыл картридж? Говорит, теперь он у тебя не работает. Вот, ну и так далее. Вот. Где-то он даже фотку прислал там. Смонтируем, если найдем. Ага.